Друзья, всем привет, всем доброе утро. Выпустил я своих молодых летчиков в вольер. Сейчас хочу выпустить. Сегодня у нас 21 июня. На 6:30 утра. Вроде бы хорошая погода. Солнце. Облачка. Облачка вообще редкость на такое раннее утро. Чтобы были... По градусам тут сколько? 22-23 градуса. Ветерка практически нет. Но дело в том, что на сегодня обещают дождь. Обычно я просматриваю погоду наперед. Так как могут долго летать, чтобы не попали под тучи. Ну, передавали с 4 часов утра дождь. В 4 часа утра действительно был дождь. Да вот оно и видно, до сих пор лужи стоят. Сейчас передают, что уже он идет и будет весь день идти. А я его не вижу, погода хорошая. Так что все-таки буду выпускать. Как там они, если погода не определяется, дай бог, даже если погода резко поменяется. Надеюсь, уже птица будет осаживаться. Продолжаем тренировки каждый день. Два дня вот только у меня посидели из-за непогодки. А так каждый день в полет. Так, сейчас я их высажу в стартовый нагул всех. И вперед полетели. Так, друзья, птичка на месте. Вот они все. Вот вся братва на месте. Видно, как уже взрослеет на глазах. Значит, посадил я сюда чисто спорт направление. Белый голубей по белой линии я уже обганиваю отдельно. Чтоб не думать, что... Ну, у них разный стиль полета. Каждый пусть летает по мере своих сил. Так что все. Это спортнаправление сейчас полетит, белый попозже, после того, как сядут спорт. Ну все, выпускаем, а там дальше за них расскажу в полете уже, как летают. Пошли. Выпускаю я всех. Стая вроде бы лучше уже начинает формироваться, но есть тут, конечно, ребята еще хитрецы, которые не хотят летать в стайке. Ну и с каждым днем все меньше таких хитреньких, а стая с каждым днем становится все больше. Я этих голубей намечаю. Они у меня как бы под контролем, знаю, кто они, маркирую их. И когда вот они садятся, это камера приблизил, увидел. Некоторых, на некоторых уже повторно два раза маркера одевал. Посмотрим, как они будут в дальнейшем, насколько будут исправляться. Так, приблизим немного. Вот они. Вчера полетали 4.15, 4.20 примерно, выпуская примерно каждый день в 6:30 утра. Вот так полетали. Теперь с каждым днем хоть по чуть-чуть, но добавляет уже продолжительность полета. Так что надеюсь, скоро не за горами 5 часов и больше будет. Ну, стоят тут дружненько. Потерял.
Так. Вот, друзья, пошла птица подниматься. Вот стайку приметил. Вот она. Стоят. Пошли высоту нагребать. Уже дружно стоят. Тут замечено 4 голубя. Неоднократно замечал. Раз их промаркировал. Четверых. Опять откололись. Или мотали в стороне. Или раньше сели. Второй раз пронумеровал. Ну, маркера нацепил. Вторые. В общем, 4 голубя не хотят исправляться, а так вся стайка вот. Поднимается. Посмотрим, как. Вчера в покрытие уходили надолго. Потерял их. Кружат, друзья, выше средней пошли. Высоченько. Поймал их на приближении, держу. Сейчас отдалю, покажу их реальную высоту. Вот там. А вот, друзья, голуби поднялись с точки. Не знаю, насколько их получится ли зацепить. Вот, вижу, что ходят. Тут где-то, а вот они. Ага, поймал. Вот стайка стоит. Высоко уже поднялись, наверное, покрываться будут. Опа, пропало. Друзья, Николаевский чей-то кружит. Смотрите. Надо голубятни. Желтый или красный какой-то. Рано утром. Не знаю, или кто-то рано утром погнал. Или со вчерашнего дня, может быть, пропал. Пошел искать дом. Друзья, по размаху крыльев. Думал, хищник на большой высоте находится. Размах крыльев, как вот светлые орлы-карлики. Шеи не видно, потому что высоко. Вот сейчас приблизил. Оказалось, два аиста просто кружат. Вот он. Вот там аж добрался. А голуби вот кружат. Друзья, продолжают стоять птицы над домом. Но теперь хоть их можно разглядеть. Поднимались очень высоко, я их потерял. Сейчас вынырнули. Были в точках, потом еще выше. И так я их потерял из виду. А сейчас, надеюсь, видно, стоят они. Блестят. Сейчас приближу. Если получится ухватить их. Тут где-то. Вот они. Поймал. Они сразу поднимаются, как только выпустишь. И потом могут так вынырнуть с точек, с покрытия. Полетать, полетать, опять поднимаются. Хорошо стоят прямо над домом. Так, ребята, пусть они так и летают. Я сейчас выпущу на осмотр второй выводок. Заодно и покажу всем свою молодежь. А вот, друзья, пока первый выводок летает, отбираю молоденьких, пересаживаю сюда. Тут у меня сейчас в
второй выводок молодых сидит уже с племенного. Отбираю, утром смотрю, те голубятки, которые начали кушать уже самостоятельно, перевожу сюда угонное. Вот еще одного малыша присмотрел сегодня, вот так плечом мажу им зеленым цветом. Это вообще молоденький. И сюда. Теперь будут они тут жить. Вот такое количество уже насобирал. Но тут у меня и белые, и молодежь вот эта. Их видно. Мазаны крылом. Зеленкой отмечаю. Когда первый выводок выпускаю, чтобы случайно не попутать, не выгнать их вместе с ними. Молоденькие еще. Первые были тут уже посажены. Несколько штук, но я записываю сколько. Вчера 11 перевел. И сегодня так присмотрел, штук 10 еще я пересажу. Так что второй выводок уже, можно сказать, первые ласточки уже на осмотре второго выводка. Ну а беленькие ждут, пока спортнаправление сядет. Они садятся, быстро заскакивают. И я повторяю то же самое с белыми. Сюда стартовый и в полет. Ждут. А вот, друзья, приотпускается птичка. Прошло 2 часа полета. Одно время вообще их не мог разглядеть. Это вот сейчас хоть немного можно заснять. Одно время очень долго находились в покрытии. Я не мог их просто в небе найти. Ну вот сейчас приспустились. Но они вот так приспускаются, потом через время опять поднимаются вверх. И могут опять пропасть в точке. И опять пропасть. Но пока их видно. Сейчас засниму их. Ходят над домом. Высота средняя, выше средней. Вот такими качелями. Подопустятся, опять попрут. Сейчас отдалим. Покажем их высоту. Вот так они стоят. Ходят. Приспустились. Как раз можно их заснять. Ладно, друзья, не буду затягивать, они так еще будут летать и летать. На этом, наверное, буду заканчивать съемки. Пусть летает, мы будем наблюдать. Все, друзья, удачи всем.